Колледж Московского гуманитарного университета дает огромный спектр возможностей для того, чтобы развить себя как профессионала, так и в творческой деятельности. И я желаю абитуриентам, чтобы они получили здесь максимально возможные навыки и опыт. Ведь студенческая пора – это самый прекрасный период в нашей жизни. И лучше наполнить его воспоминаниями, которые останутся с нами на всю жизнь. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, но как сумел на гитаре сыграл, успел и спел. Когда я выбирала для себя специальность, на которой буду учиться, мне было всего 15 лет, и для меня это была полнейшая авантюра. Сейчас же, когда я выпускница колледжа МСГУ, я с уверенностью могу сказать, да, мне нравится эта специальность, мне нравится реклама, и я хочу работать в этой отрасли. Мы заканчиваем наш любимый колледж МСГУ и хотим ему пожелать благополучия и процветания, таких же креативных студентов и не менее креативных преподавателей. Спасибо вам большое. Нам выбрать, и мы выбрали право организации социального обеспечения. И мне кажется, то, что мы не ошиблись нашим выбором. Нашими самыми любимыми предметами были гражданское право, трудовое право, семейное право, а также другие отрасли нашей дисциплины. Нам настолько понравилась учеба в колледже МСГУ на специальности право организации социального обеспечения, что мы решили пойти дальше в Московский гуманитарный университет. Хочу пожелать колледжу МСГУ постоянного развития и процветания, а также сказать спасибо всему педагогическому составу и директору колледжа МСГУ. Спасибо вам большое! Опыт и знания, которые действительно выше намного уровнем. И я хотела бы сказать большое спасибо всем педагогам, преподавателям, потому что действительно профессионал своего дела. Спасибо вам большое. Колледж МСГУ дала мне прекрасную возможность обучиться профессиональным навыкам экономиста, а также применить эти навыки в производственной практике. Хочу поблагодарить всех преподавателей и также директора колледжа МСГУ.
студенты специальности «Банковское дело». Наши любимые предметы – это страхование, кредитование и безналичные расчеты. Мы счастливы быть выпускниками колледжа.